Памятник героям Алсиба, информационная доска герою Советского Союза Михаилу Ашику, украшение торцов зданий с символикой победы. В библиотеке имени Пушкина провели встречу в честь закрытия Года памяти и славы. За минувший год на территории Колымы провели тысячи мероприятий, которые посвятили Великой Победе. Это и блокадный хлеб, и красная гвоздика, и свеча памяти. Как отмечают специалисты, символично, что в 2020 году Россия не только отметила 75 лет со Дня Победы, страна выиграла еще один бой – бой с коронавирусом. У нас появилось также оружие победы. Это вакцина, которую пытаются сегодня оболгать, дискредитировать, только для того, чтобы лишить нас этого оружия и результатов. Результатов борьбы с пандемией. Еще хочу сказать, так же, как и в те годы, я думаю, меня поймут ветераны, у нас был и есть верховный главнокомандующий, выполняя указания которого, я думаю, нам удалось победить. В этот день памятными подарками и грамотами наградили всех, кто помогал в организации торжественных мероприятий в Год памяти и славы. Поблагодарили и Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана в лице руководителя Виктории Глазыриной. По ее словам, год был непростым, поскольку большинство мероприятий пришлось проводить в онлайн-формате. Очень тяжело было проводить их в том плане, что хотелось молодежи и организаторам общаться с ветеранами, а так как у нас был ограниченный режим, приходилось это делать иначе, ну, другим образом. Но несмотря на это, мы справились, очень трогательно прошли поздравления именно 9 мая во дворах ветеранов. Мы участвовали в этом, организовывали, договаривались с ветеранами. Очень тепло и памятно. Волонтеры участвовали в данной акции. Также именно участников войны поздравляли около их домов. Волонтеры приносили ветеранам подарки с соблюдением всех санитарных норм. По словам Виктории Глазыриной, несмотря на то, что дистанция мешала, организация старалась осуществить все запланированные мероприятия. Также для всех присутствующих в библиотеке Пушкина выступили танцевальные коллективы и сольные исполнители.